Призадумалась я как-то. Плохо девочкам не жить. Заплетать мне косы надо. Лучше бабушкой мне стать. Печь блины, варить картоху, внучку в школу провожать. Внучке говорить: Санюша, что ты возишься, как луша? Завтра Катя на столе, предстоит сегодня мне починить с утра дубленку, тебя озвучивать мультики можно. Борщ сварить и пол помыть. Бабушка мне быть трудно очень, между прочим. Я варить, стирать устану. Я мечтать не перестану. Я учительницей стану. Буду я ходить в очках, на высоких каблуках, говорить высокомерно и наказывать, наверно, всех лентяев, лоботряса, выгонять за шум из класса. Буду говорить я: дети, Саша, Таня, Катя, Петя, приходите в школу рано, сядьте тихо, сядьте прямо, не кричите, не шумите, все в учебник и учите. Но учители все знают, нервы здорово мотают. Лучше мамочкой я стану, постараюсь, не устану. Буду нежной и любимой, самой доброй и красивой. Но у мамы вот забота, ходят часто на работу, по морозу, в дождь и в снег. Много все-таки помех. Что ж, придется дальше жить, как жила я, просто Сашей, и ходить в колготках, платья. Для меня большая честь быть такой, какая есть.